Глотка дьявола топит Америку, гигантский водопад угрожает людям наводнением, рекордные потоки в Игуасу и белая пена в густом тумане. В Аргентине зафиксирован невероятный подъем воды в реке Игуасу. Рекордные объемы привели к закрытию туристической трассы «Тропа дьявола», расположенной в национальном парке. По словам сотрудников заповедника, ситуация серьезная. За последние несколько дней уровень воды в самом большом водопаде реки увеличился настолько, что побил исторический максимум 5-летней давности. Из-за возросшей опасности наводнений руководство парка Игуасу приняло решение закрыть трассу и временно приостановить туристическую деятельность в заповеднике. Сейчас у нас начался водный режим, который обычно составляет от 1300 до 1700 кубических метров в секунду, что является нормальным потоком реки Игуасу. В пятницу он представлял поток от 4000 до 4500 кубических метров. Поэтому в конце дня продолжались тревоги, так как рост реки превышал 8000 кубических метров. Тропа дьявола представляет собой километровый пешеходный мост, ведущий через реку к вершине самого гигантского водопада заповедника. По словам посетителей, если обычно переход по трассе вселяет трепет, то сейчас это панический страх. Если вы чувствуете такую силу, чувствуете, что водопады в 4 раза больше, вы понимаете, скажем, что такое страх, больше страха, чем обычно. Национальный парк Игуасу, в котором насчитывается 275 водопадов, расположен в приграничной зоне Бразилии и Аргентины между провинциями Мисьонес и бразильским штатом Парана. Комплекс состоит из двух заповедников, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.